Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами немножко потестируем новинки и немножко я расскажу о том, что я заказала не из новинок. Ну что ж, первые у нас будут новинки. Это обновленные туши, главная роль и ваш Оскар. Вот это вот ваш Оскар. Первая тушь с артикулом 502.01. Я так поняла, что это удлинение и минимум объема. Давайте будем пробовать. Артикул 502.01. Такая вот у нее кисточка интересная. И когда я ей первый раз красилась, честно скажу, мне не хватило объема. Она вроде бы удлиняет, она очень хорошо наслаивается. Получается, что эта тушь у нас с вами идет объем удлинения, разделения, фиксация и уход для ресниц. Может быть, конечно, они и правы, но мне понравилось то, что тушь действительно у меня мало-плохо осыпается. Это, конечно, очень хорошо. Если вот так, видите, тут ничего, а тут дофига. Хорошо она работает, но мне она показалась менее объемной. Не осыпается даже в течение 10 часов. Ее можно наносить слой за слоем с разницей в 10 часов. Вы представляете, вы с утра сделали макияж, потом вечером вы куда-то пошли, вам нужно уже вечерний макияж, и вы наслоили, и у вас ничего не скомковалось. Так вот, эта тушь, она точь-точь такая, как ее описывают. Это действительно круто, это действительно классно. Удлинение у нее фееричное, шикарное, как бы, но я не вижу такого прям супер объема. Супер объема нет, хотя она протестирована офтальмологами, подходит при ношении контактных линз. Итальянская формула для интенсивного объема разделения и фиксации ресниц первого нанесения. Также идет кремовая текстура, которая обволакивает каждую ресничку. Щеточка классической формы хорошо разделяет. Да, в принципе, хорошо она разделяет. Так, ну я и накрасила, да, тут много, там мало. Что значит читать. Для более долгого сохранения туши не вытягивайте кисточку, чтобы избежать накапливания воздуха во флакон. Аккуратно выкручивайте кисточку, собирая тушь со стенок тюбика. Хорошо закрывайте тушь после использования. Ну вот удлинение у нее, я вам могу сказать, что действительно клевое и очень хорошо, что вот эти вот туши, их по идее обновили. Ну вот видите, тоже удлинила, переудлинила. Сейчас мы подождем, она подсохнет, и второй слой потом наслоим. Вторая тушь, главная роль, именно моделирующая, это объем с первого нанесения. Уход, разделение, супер удлинение. Она мне больше понравилась по объему, по уходу. Тут есть мультикомплекс из морских и растительных компонентов. Артикул 502.02. Ультрачерный цвет, протестирован офтальмологами, подходит для ношения контактных линз. Дальше бархатный мешочек в комплекте. Раньше мешочек был розовый, сейчас мешочек такой вот коричневый. Эту тушь будет очень классно дарить. Посмотрите, какая красотка. Мне вот она очень даже понравился. Такой вот бархатный, прям красивый чехольчик. Очень даже приятный. И вот она, эта тушь достается. Цвет остался такой же. Цвет остался такой же. Все симпатично. Что-то такое квадратненькое, переходит в кругленькое. Вот он блестит красиво. Но этот, в принципе, тоже такой симпатичный. Точно-точно такая же форма. Все хорошо. Но вот этот как-то лучше, круче и дороже смотрится. Давайте же посмотрим ее. Тут уже кисточка намного больше по сравнению с предыдущей. Ну, как намного? Ну, шире. Не в два раза, но в полтора, да? Она уже немножечко мягче у главной роли. И сразу же с первого же взмаха я вижу, как ресницы прокрашиваются и уже дают объем. Прокрашиваются, разделяются. Но эта тушь уже слой на слой, как наслаивание, не заявлено, что она подходит. Чем она отличается от той туши? Более хороший объем и мультикомплекс из морских и растительных компонентов получается. Глубоко увлажняет и укрепляет ресницы. Это ухаживающая тушь. Тут вы, например, понаращивали ресницы, сколько-то ресницы повыпадывали. Вы можете красить этой тушью и ее восстанавливать. Тут я сразу вижу вот этот вот объем. Я сразу же вижу всю вот эту вот красоту. То есть все шикарно. Мне вот эта тушь больше нравится. Ну, вот видите, это по идее больше удлиняет, меньше дает объема и хорошо наслаивается. С ней переборщить сложно. А вот этой уже как накрасили, она ухаживает за ресницами и
дает объем. Вот такая вот красота. Обе туши мне в принципе понравились, и обе израсходую с превеликим удовольствием. Видите сами, прям черные такие пушистые реснички, сразу такие вот ухоженные и симпотные. То есть, ну, видно. Так, сейчас давайте попробуем 502.01 ваш Оскар наслоить. Я пока читала, основание плохо прокрасил. Сейчас попробуем ваш Оскар наслоить. И если слой на слой, то мы догоняем вот эту тушь. Но она уже не такая супер черная и не так хорошо удлиняет, как вот это, например. Ну, я думаю, вы можете вернуться, посмотреть, что было в начале. Так вот эта тушь, она, видите, красишь-красишь, и ресницы все лучше и длиннее. То есть таким вот образом. То есть видите, да, как удлинилось, такое вот, вот если на белое, да, посмотреть, то такое вот клевое удлинение. А эту слой на слой, она уже как бы, вот если большой перерыв не делать, то она хорошо ложится, наоборот, слой на слой, очень хорошо у нее подкручивается, но в течение 10 часов, да, там через час, например, через 2, вы будете красить, там уже не такой эффект. А эту сколько ни накладывай. Ну вот эта тушь мне нравится больше. Наверное, больше тем, что она ухаживает, и больше тем, что она сразу же дает колоссальный такой шикарный объем без всяких маневров дополнительных. Эта тушь мне лично удобнее. Ну что по стойкости, скажу, что это обычная тушь, она не водостойкая. Но все равно видно, что эти реснички более такие густые, бархатистые, объемные, удлиненные. Они куда лучше и круче смотрятся, нежели вот тут. Тут больше идет удлинение. Если тут больше объем, то тут больше удлинение. Мне кажется, вот этот глазик симпатичнее, да? Угу. Ну и реснички как бы все в рядочек. Очень хорошо. Ну, в принципе, в том и в другом варианте. Вот такие вот красотки, такие вот новинки. Итак, бежим с вами дальше. Заказ большой, заказ разношерстный и, если честно, обалденный. Просто обалденный. Так, смотрите, я заказала для себя еще такую вот водостойкую тушь. Ее долго не было в наличии, я ее ждала. Я ее поклонница. Артикул 5269. Это реально классная водостойкая тушь. Я наношу ее на мероприятие. Ну, все вы, наверное, видели, я на своем канале выгружала, как я выступаю на сцене. И я не могу перебороть страх перед публикой до сих пор. Не знаю, может, вы мне поможете, вышлите какие-то мантры или какие-то подкасты, или какие-то ролики, как с этим совладать. Но каждый раз я на сцене почему-то теряюсь и не могу себя перебороть. Я очень сильно потею, я очень сильно переживаю. И бывают такие моменты, когда мне эта тушь просто необходима. Или в жару в отпуске. Она мне тоже очень нравится, эта тушь. Единственное, но вы вроде бы умылись, смылись, с утра встаете, вроде бы еще что-то осталось. А вроде бы водостойкой сняли. Она такая прям стойкая подруга. Артикул 5269. Взяла две штучки. Одну себе, одну дочке. Дочка у меня теперь видеограф. Она очень любит ездить со мной на мероприятия. Очень удобно. Обычная кисточка. Она не супер объемная, не супер удлиняет, но классная. Вот это вот именно 5269. Долго не было, слава богу, появилась. Ну, у всех у нас были перебои. Также заказала я такие вот опять кошельки от компании Faberlic. Один у меня Викуська порвала, поэтому покажу. Это для серебряных VIP-консультантов. 70% скидкой можно такие вот кошельки крутые, классные, очень удобные заказывать. К сожалению, у одного упаковочка порвалась. Их я буду дарить, поэтому вот этот уже, наверное, не подарю. Далее, с
супер мега губки с артикулом 910 075, тоже долго не было в наличии. Как они появились, я взяла 10 штучек в запаснички. Ну, во-первых, они не портятся, во-вторых, они реально крутые. Если они есть, берите. 910 075. Чем они хороши, мои хорошие? Давайте я с вами об этом подробнее пообщаюсь. Ну, во-первых, они идут, материал 100% микрофибра, во-вторых, у них есть антибактериальная пропитка, что очень классно, и есть и мягкая сторона, ну, тут просто что-то было, есть и мягкая сторона, и грубая сторона. Вот эта сторона, как вы видите, она идет с такой, с кучей таких штучек-дрючек, ей можно скрести все, но не повредить поверхность. Она отлично стирается в машине, просто великолепно, поэтому я прям эти губки просто вот обожаю. И они для меня удобны. В магазине, ни в одном магазине я таких губок долгоиграющих просто не нашла. Они реально хорошо стираются в обычной стиральной машине. Их можно положить на ночь в посудомоечную машину, и все с ними будет великолепно. Вот такая вот у меня находочка. Далее, карандаш. Пятновыводитель, артикул 30-152, в этот раз заказала себе для себя. Это такой стик для трудновыводимых пятен. Вы его обдираете вот этим вот, вот этой вот пасточкой, намазываете какое-то пятно, но он как пластилин, практически нет никакого запаха, и все трудновыводимые пятна убираются просто из вашей жизни, уходят, с одежды уходят. Тут способ применения есть единственное, но у этого карандаша это то, что он может какие-то некачественно окрашенные ткани, он может немножечко сделать бледнее эту ткань, поэтому будьте осторожны. Это не для шелковых, например, там ярких блузок. Он удаляет все, он спас огромное количество вещей. Это я его называю тяжелой артиллерией, потому что он реально крутой. Новинка, абсолютная новинка, можно сказать, первый раз на моем канале. Это масло баттер для кутикулы и ногтей. Идет как уникальная комбинация из 100% натуральных масел. Смягчает и кондиционирует кожу, увлажняет сухие ломки ногти, способствует росту ногтей, предотвращает появление заусенцев. Нежная текстура мгновенно тает на коже и быстро впитывается. Подходит для смягчения сухих участков локтей даже. Такая вот железная, абсолютно железная коробочка. Артикул 7713, 7 миллилитров у него получается. В составе идут органические масла миндаля, макадамии, бабасо, баобаба и чиа, а также витамин Е и наше с вами самое любимое масло ши. Давайте открывать. Вот она такая прям железная-железная. Я его, конечно же, попробовала за день до этого. Его очень удобно таким вот образом наносить. У него практически нет никаких, абсолютно никаких запахов. Так как у меня маникюр, это постоянно нарощенные ногти. Ну как, не нарощенные, у меня ногти свои. Но я их делаю с укрепляющим гель-лаком. Всегда покрываю гель-лаком у мастера. Бывает, что гель-лак подводит, поэтому у меня есть лаки с блесками, суперстойкие наши. Один из лаков у меня продержался более 15 дней. Я теперь вообще фаворитка лаков Faberlic. Если мне что-то надоедает от мастера, я могу покрыть тем лаком, или, допустим, сильно отрастает. Действительно впитывается мгновенно, действительно увлажняет, действительно смягчает, действительно все просто вот великолепно. Мне нравится уход, кутикула становится более ухоженной, более классной, более мягкой. Никаких раздражающих запахов нет, какие-то орешки слегка еле-еле-еле-еле уловимые приходят в такой вот классной коробочке, поэтому его здорово будет подарить. И классное, классное средство, я очень люблю такие вещи. Особенно, когда я сижу, мне хочется за ручками поухаживать, и ты встаешь, вот сидишь, вот ухаживаешь, мажешь пальчики, вот, вот так вот, вот. Прямо я люблю вообще ухаживать за пальцами, суджоком очень часто, да, вот так вот сижу, делаю что-то, вот это очень хорошая такая полезная привычка. У нас с вами, знаете, есть суджок набор. Очень часто сижу, перебираю. Я прям обожаю все это дело. Так, маловтилин. Это Викуськин и мой маловтилин. Это крем косметический. Очень классный, очень хороший кремчик. Я его очень люблю. Артикул 709-12. Он идет с таким не очень приятным запахом. В основном он, получается, идет от любого раздражения. Его даже закладывают в нос. Смотрите, белая крышечка. Бывает синяя, бывает белая. Но тут, в принципе, без разницы, потому что везде стоит защитка.
вот такой вот обычный. Пахнет, знаете, как старинный детский крем из аптечки. Содержит тоже огромное количество масел. Помогает от раздражения, от укусов насекомых. Он жирненький, но если наносить его тонким слоем, он не скатывается. Прям великолепная такая классная штучка. Я прям от него, если честно, кайфую. Потому что если я там сгорела, еще что-то, я кислородный бальзам с малофтелином в перемешку. И все у меня великолепно получается. Так, значит, пару штучек взяла. Далее, очень советую, кто еще не пробовал вот эту недорогую, но очень действенную вещь. Это универсальный крем с аргинином. Во-первых, он охлаждает. Во-вторых, он предотвращает появление синяков после удара. В-третьих, он лечит все мои коленки, когда у меня болят коленки. Ну, сабельник тоже круто, но этот лучше, потому что у него нет такого резкого запаха, как у сабельника. В-четвертых, меня тут массажист перемассажировал. Из-за того, что я сама одна ездила в Казахстан без мужа в связи с тем, что у меня муж служил по контракту, его могут призвать, мы решили не привлекать внимание лишний раз, то получилось так, что я ездила одна, и такое ощущение было, что я надорвала спину. Вот такое ощущение было. И я проделала массаж, и чувствую, у меня прям жжет, горит. Ну, массажист перестарался. Мальчик сильный, молодой. Сделал так и сделал. Он в Якутске ходит, делает массаж, но я тут тоже подлегла, говорю, сил нет, спину начало стрелять. И я чувствую так прям горячо, горячо. Спине, всему, мне так тяжело стало. Ну, вот знаете, после массажа, когда долго не делаешь массаж, такая вещь происходит. И что вы думаете? Я просто взяла, намазала вот эти вот горящие места вот этим аргинином, у меня все прошло. Он не только коленки лечит. Потом девчонки в чате пишут: Анечка, спасибо тебе огромное, мы избавились с дочкой от прыщей. Это я, к сожалению, еще пока что не пробовала, но мне, конечно, было очень приятно, что у этого крема еще и есть еще и новая такая вот функция, что можно избавиться от прыщей с помощью него. Я понимаю, что прыщи — это недостаток витамин или наличие всякой пакости, что нужно организм чистить, чтобы они ушли, но вот этот вот биоактивная формула аргинина, и плюс ко всему идет натуральный комплекс, экстракт имбиря, плодов каштана, донника, листьев подорожника, они не только восстанавливают и улучшают защитную реакцию кожи, они вот как-то вглубь проникают и делают жизнь лучше и легче. Допустим, после шпилек я 80 килограмм, иду после мероприятия, много-много часов на каблуках, и чувствую тяжесть в ногах, чувствую какую-то боль немножечко. Все-таки 39 лет — такой возраст, когда пора худеть, пора от каблучков как-то избавляться или худеть, одно из двух. А мне каблучки хочется и покушать хочется. Хотя я на нашем коктейле Wellness все-таки скинула 10 килограмм, я этим горжусь. Я сейчас 80, была 91. Ну, где-то, ну, 10 килограмм я скинула, потому что там чуть-чуть не доставала до 91. И, конечно, наши коктейли Wellness дают возможность скинуть вес. Очень комфортно, очень вкусно, очень классно, но покушать все равно люблю, очень люблю. И поэтому, конечно, вот сейчас вот этот аргинин, он меня очень сильно выручает. Я даже на обеде чувствую, что у меня ноги могут начать болеть. Я прямо, будучи в капроновых колготках, капнула маленькую такую, вот такую маленькую капельку на ступню, на это место на ноге, просто втерла через капроновые колготки, назад одела и пошла, и уже чувствую, что все, мне легче, мне мгновенно стало легче. Вот этот универсальный крем с аргинином, я так понимаю, его можно мазать и на попу, и на коленку, и на ступню, и на икры, и вообще на спину, если стреляет, и так далее. Он очень универсальный, он очень классный. Конечно, когда у меня ребенок стукнется, где-то поранится, в первую очередь это аргинин. Поэтому это у нас прямо лежит в аптечке, на кухне, в аптечке, в нашей обычной аптечке, там он лежит. По-другому никак. Дальше, мое любимое мыло с лордексидином. Ну, кто смотрит мои распаковки в Телеграме, если вы развернете описание, вы увидите ссылочку на мой канал Телеграм. Вот это все я распаковывала где-то неделю назад. Только через неделю села и только успела вот снять ролики. То такого мыла вы там увидите много. Очень много. Почему? Потому что оно нам, во-первых, нравится, во-вторых, я скоро еду к родителям, да, я взяла 15 штучек, и одним родителям 5, себе 5, и другим родителям 5, и все, и все. Поэтому у меня всегда заказы, чуть не 1000 баллов. Артикул 2717, антибактериальный эффект, жидкое мыло прямо с самым натуральным хлордексидином. Это очень-очень приятно. Запах тоже у него приятный, мылится хорошо, все хорошо. Так, далее мои любимые масочки для волос. Вот тут прям вот
те самые, которые вот я прям очень люблю. Так, масковый исполнитель кератина для поврежденных волос, артикул 8248. Такая вот красотка. Я их заказала все по 2-3 штучки, каких-то по 5. Сейчас уже не запомню. Сладкий такой очень приятный аромат. Три девочки у нас пользуются масочками, поэтому у одной девочки по пояс. Поэтому, да, приходится много ухаживать за волосами и много средства уходит. Так, это значит у нас идет 200 мл. Вот 160 мл идет с артикулом 1890. Масочка. Активное питание обеспечивает глубокий уход, активно питает волосы, насыщает. Да, волосы, знаете, такие гладкие, приятные, но не утяжеленные. Да, такие, знаете, не очень-то, кстати, послушные. После этой маски, если вот делать кудри, то она может сказать вам хи-хи-хи, что не получилось, да? Очень приятный аромат. Сладкий такой, свежая какая-то такая, знаете, сладость. Тоже очень-очень приятно. Я прям балдю. Хорошие, очень хорошие составы. Волосы рассыпчатые, приятные. Чувствуется сразу, что прям качество. Так, далее. Что у нас далее? Маска Everstrong. Everstrong — это тоже восстанавливающая масочка. Идет как глубокое восстановление. Восстанавливает материю волос по всей длине. С маслом амлы она идет. Возвращает волосам силу и блеск. 160 мл, артикул 1882. Тоже беленькая, тоже очень вкусно пахнет. Я от нее, честно вам скажу, кайфую тоже от этой масочки, потому что она, знаете, такая слизенькая, она хорошо кладется на волосы, она не течет, как, в принципе, и все остальные маски. Так, вот эта маска жесткая. Ей часто пользуется моя дочка старшая, Катерина Андреевна, потому что у нее очень жирные волосы. Я такой маской могу воспользоваться очень редко, потому что для меня лично она, для моих пережженных блондинистых волос, она слишком сильно очищает волосы, слишком сильно волосы потом после нее восстанавливаются долго. Да, вот такая вот глиняная маска Detox. Такая вот прямо она, видите, такой вот консистенции. Очень интересная эта маска Detox. И что она делает? Она идет с вулканическим пеплом. Вулканический пепел и глина известны своим абсорбирующими свойствами, глубоко очищают волосы и кожу головы. Маска глина дарит волосам потрясающую свежесть и чистоту надолго. Вот реально надолго, потому что я помню, что у меня все маски закончились, и я решила сделать вот эту маску. Я помню, что я двое суток ехала в поезде, в жарком поезде, было душно, невыносимо, мы потели, в душ было не сходить. Такой не очень хороший поезд, не в плацкарте, конечно, в купе, но душ не было, реально не было где сходить. И, конечно, мы так вот, ну, немножечко частично, там, полотенчиком всяко, да, делали водные процедуры. И что хочу сказать, вот с этой маской, и я как раз приезжала, у меня был день рождения 2 октября, и я с поезда отпускаюсь, только приехала. Меня, конечно же, встречают прямо с поезда люди с цветами, это было ужасно приятно. Цветы были от моего наставника, и огромный такой букет, и сразу снимают видео, и я... просто в таком удивлении, в таком шоке. И слава богу, я была красивая на видео. Я 2 дня не мыла голову, и она была свежа и хороша. Моя голова. Я выглядела прилично. Вот такая вот маска глина Detox. 150 мл, артикул 7730. Конечно, кожу головы нужно очищать. Мои любимые патчи. Я их беру с 70% скидкой. Артикул 0946. Очень их люблю. Так как у них срок годности очень маленький после вскрытия, конечно, их нужно сразу расходовать. Я их, если открыла перед поездкой, я их беру с собой всегда в поездку. У них всего 1,5 месяца после вскрытия срок годности. Тут содержится экстракт икры, комплекс пептидов, гидролизированный коллаген. В общем, очень классная штука. Очень нравятся зеленые такие патчи, клевые, классные вообще. Так, далее мыло. Это мыло новинки, ну, в новых упаковочках. Очень, смотрите, такие красивые, симпатичные. Сейчас мыло. Вот это вот мое любимое. Ну, оно идет также с дозатором. Так. Аромат очень приятный, я не могу. Аромат классный, тут такой дозаторик. Консистенция у мыла очень такая легкая, классная, прикольная. Так, давайте попробуем вот на золотиске. Вот такое вот мыльце обычное, густое, хорошее. Божечки ты мой, какой приятный аромат. Вот это у нас идет крем-мыло для рук. Артикул 2874. Оно идет клубничное, с клубничным соком и молочными протеинами. Называется «Бережная забота». 300 мл.
Очень вкусный запах, прямо очень вкусный аромат. Так, второе мыло, тоже как новинка, это миндаль. Роскошная мягкость называется, с миндальным маслом и молочными протеинами. Давайте же будем тоже пробовать, какой у него запах. Ну, консистенция точно такая же, цвет и вкус точно такой же. Ну да, пахнет таким молочным миндалем, каким-то миндальным вареньем, что-то типа этого. Очень-очень приятно. 28,73. Прямо обалденно приятно, мне нравится. Далее, ароматы для кухни, устраняющие запахи. Абсолютно все закончилось, поэтому взяла прям побольше. Даже не поняла, что они у меня закончились. Вы представляете, я даже этого не поняла. Так, мыло для кухни, устраняющие запахи. Они реально убирают все неприятные запахи. Неважно с чего. Кошачьи лотки. И просто из дома помыть. Чесночные доски. Ножи там из-под рыбы, доски из-под рыбы. Просто налить в канализацию, потому что оттуда чем-то неприятным начало пахнуть. В общем, это мыло, это просто кладезь. Да? Мы с ним можем и пол помыть, и кошечке туалет прибрать, и все будет идеально. Оно у нас, по идее, очень быстро уходит. У него есть недостаток. Мне кажется, что оно, вот мои руки лично, оно подсушивает. Да, со мной спорили в комментариях, что мыло отличное, руки не сушит. Мои, к сожалению, ручки сушат. Мыло ароматное яблоко 30-206. Мыло, устраняющее запахи, весенние цветы 30-216. Вы знаете, я не люблю один и тот же запах. Вообще устаю от одинаковых запахов. Мыло для кухни зеленый чай 30-212. И также мыло лесная земляника 30-213. Вот такая вот коллекция. Далее коллекция. В следующем ролике я обязательно покажу это все на своих губах. Пока просто экстерном все снимаю. Жидкая кремовая помада у нас с вами выпустилась для губ. Что заявляют? Текстура увлажняющего крема. Результат — красивые и здоровые губы с естественным атласным финишем. Финиш действительно естественный. Действительно атласный. Действительно очень приятный. Губы действительно прям сразу увлажняются. Значит, что тут есть? 50% сертифицированного органического сока апельсина, угу, и лимона и вишни. Вот такая вот красота. Что могу про них сказать? Я не могу сказать, что они мне очень хорошо прям понравились, но нормально, прикольно. Итак, значит, пошли с вами по цветам. Буду говорить, передаются цвета или нет. Именно вот этот цвет у меня проявился, поэтому в конце я еще буду показывать, как они проявляются или нет. Итак, помада с артикулом 405-45 It's Clear. Это все из переработанного. Вот такая вот помадка. Такая вот, знаете, она полупрозрачная, еле-еле уловимая. Ну вот, вот такая вот. На губах я ее не заметила. Прям такой вот суперский оттенок какой-то. Нет, она из коричневого почему-то переходит в такой розовый. Цвет, в принципе, красивый. Мне нравятся такие цвета. Действительно, цвета подобраны естественно. Далее 40-551. Это более яркий такой оттеночек. Так, кисточка очень приятная. Угу. 40-551, то есть такая вот она прям помадка идет, да, вот с такой вот кисточкой. Кисточки сами по себе яркие, это не окраска пигментом, а именно сама по себе она такая вот кистюлечка получается, да, то есть вот видите, вот так вот она ложится таким вот плотничком вроде бы, но она ложится, видите, как блеск. Видите, я вот ее потолще намазала, чтобы вам показать консистенцию. Ну, интересная вещица. Вот, очень оригинальная. Так, далее, жидкая кремовая помада для губ с артикулом 40-548. Темная, коричневая. 40-548. Угу. Прям такой насыщенный цвет. Видите, ее когда разносите, она такая полупрозрачная становится. То есть, вроде бы в упаковке темно, а она получается такая какая-то. В итоге получается вишневая. Очень интересно. Ну, она какая-то, вы знаете, необычная. И до этого таких вот консистенций в компании Faberlic не было. Далее, 40-546. Угу. Кстати, очень красивый цвет, мне нравится. 40-546. Угу. Ну, она, видите, такая легонькая, не очень-то заметная. Угу. То есть это прям что-то такое естественное.
40546. Так, далее 40550. Угу. 40550. Я, кстати, себя не сняла, потому что ползуб. То есть я успела снять за день до этого тушь, успела снять, но не успела снять помады, потому что решила отложить их на следующий день. И почему-то начала пухать зуб. 40550. Ну и дочка немножко заподкашливала. Скорее всего, какую-то небольшую инфекцию подцепили. 40550. Яркий такой, красивый оттеночек получается. Далее 40547. Слушайте, оно мне не было. 40547. Может, я опять одну-два раза кликнула? Нет, такой не было. Это прям коричневый-коричневый, да? Нет, вроде бы нет. Это у меня бывает порой нечаянно два раза кликну. У меня сейчас дочка младшая, 9 лет, начала охотиться за моей косметикой. Я ей подарила помаду, она всех кукол накрасила. Ой, дети, дети. 40549. Ну, Барби, получается, Барби. Кстати, все цвета мне понравились, передаются нормально, передаются хорошо. И я прям счастлива. Угу. Ну вот посмотрим с вами, что у нас с вами получается в итоге. Так, вот это я откладываю в долгий ящик, когда буду после зубного, уже посмотрим, что там дальше. Это последнее, что будет в этом ролике. Сейчас буду пить Оды. Это обалденная штука для поездок. Смотрите, во-первых, он освежает одежду, нижнее белье и так далее. Устраняет все неприятные запахи быстро. Это рефрешер для одежды. Артикул 30289. Лаванда, бергамот мне понравилось больше всего. Можете даже поставить на паузу, почитать. Очень классный состав, очень свежий аромат. Это обычный такой вот распылитель. Вы его распылили. И просто даже на тело его можно распылять. Оказывается, я вычитала, что он безопасен для тела. Очень удивилась, но девочки в чате это тоже написали недавно. Освежает одежду и ткани без стирки. Неважно, что это. Диван, стелька, обуви, подмышки у футболки. Без разницы, он все подряд освежает. Снимает статистическое электричество, если у кого-то что-то магнитится. Разводов не оставляет пока что. Ни на одной ткани у меня разводов не оставил. Разглаживает тонкие ткани без утюга. Устраняет неприятные повседневные запахи от пота, табака, пищи. Если вам не хочется чем-то пахнуть, вы можете прямо одежда, которая на вас, просто вот побрызгаться. Угу, тоже прикольно. Удобен в командировках, дома, в отпуске. В отпуске он нас очень спас, потому что нам там редко меняли постельное белье, и мы вот поспим утром, хоп-хоп-хоп, рефрешером, и нам нравилось потом ложиться спать. Очень приятная вещица, действительно классная, вот прям сохраняет свежесть ткани, свежесть одежды. Так, ну что ж, все, что могло проявиться, проявилось. Сейчас достану салфеточку с вами и будем смотреть. Под рукой у меня влажная туалетная бумага. Я заказываю и детскую, и взрослую. Очень нравится. Хотя у меня гигиенический душ в туалете, но вот мне она понравилась. Вот это вот 0+, именно детская идет туалетная бумага с артикулом 304.01. А это взрослая. Тоже взяла по 5 штучек. Ну вот куда-то вот уходит. В туалете валяется. Артикул 30400. В дороге обалденно. Где-то в номере обалденно. Когда вот номер без биде, это не очень удобно, то очень классно. Сохраняется свежесть. Она, конечно, если ее сильно натянуть, рвется, потому что она натуральная, ее можно смывать в унитаз, это не навредит, что очень здорово. Ну и, конечно, она идет гипоаллергенная, смывается биоразлагаемая. Нравится, нравится. Даже руки протереть тоже здорово. Мне больше нравится даже ей руки протирать, потому что у нее, во-первых, ее берешь с собой, у нее средний размер, во-вторых, легкий, ненавязчивый, свежий аромат. В-третьих, кожа рук не сушится, что очень приятно. Она содержит ухаживающие всякие компоненты. Например, вот тут депантенол, во взрослой аллотеин. И в-третьих, оно биоразлагаемо. Понимаете, мне очень приятно, что я могу пользоваться биоразлагаемым чем-то, а не обычными вот этими вот салфетками. И мне кажется, что вот такая пачка, она... Ну, у меня сумочка нормальных размеров, и туда пачка как раз помещается, и мне удобно. Потому что, все вы знаете, у меня ребенок особенный, запачкаться — это наше прям дело чести.
Ну и что ж, давайте посмотрим. Тут, как вы видите, помада слегка-слегка проявляется. Но на губах, я вам честно скажу, вот этого проявления его особо незаметно. Она проявляется, но не сильно. Вот этот пигмент, он остается. Остается на губках какая-то, вот знаете, такая ухоженность, что-то такое. Но, как вы видите, салфеточкой очень сложно даже влажной стереть вот эти проявления. На руке она проявляется куда намного сильнее. Прямо намного-намного сильнее. Вот, все, достаю новую. Тру-тру-тру-тру-тру-тру. Не получается. Есть какие-то признаки проявления вот у этой помады. Но, если честно, она клевая. Она все-таки все равно клевая. Я сейчас просто нанесу кремчик какой-нибудь, и с кремчиком это все равно уйдет несколько раз лучше. Ну что ж, остальное все позже. Еще памперсы пришли и так далее. Это остальное все в следующем видео. С вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.